И сегодня утром из-за сильного ветра в Аркадии рухнул строительный кран. ЧП произошло у входа на главную аллею. Техника повредила контактную троллейбусную сеть, в результате чего остановились 5, 7, 9, 10 и 11 маршруты. Проезд по улице Генуэзской сейчас перекрыт. Строительная техника рухнула на капот Митсубиси. В авто находились два человека. По счастливой случайности никто из них не пострадал. Я его не видел, он падал сверху же тогда. Может, успел бы куда-то уехать. Так он прилетел. Еще чуть метр вперед, то прилетело на голову. Второй инцидент произошел на Фонтане. В Майском переулке строительный кран также не устоял из-за непогоды. На 15 станции Большого Фонтана из-за сильного порыва ветра рухнул строительный кран. Инцидент произошел в переулке Байский. Кран повредил электропровода, а также деревья. Сейчас строители ликвидируют последствия ЧП. Надо сказать, что никто не пострадал. Отметим, что стройка в Майском переулке была заморожена долгие годы. Технику туда завезли недавно. Теперь застройщика ждет проверка.